этих. Бежи быстрее одного. Пошел нахуй. Да блядство ебаное. Давай. Заебись. Все, пошли машины. Как раз двоих поймали. Мне для второго курса мне надо быть этим. Да давай иди в машину его. А сейчас один уфнется. А где? Мне же надо быть в скине офицера. Давай иди сюда. Да нет, все нормально. Правительство ЛС, депутат. В смысле? Вот этот депутат. Он тебе удостоверение показал? Он мне удостоверение не показывал, он просто зашел в нагу. Ну все, садись. И он не в рабочей форме. Ну все, сади его, блядь. Сейчас правительство ЛС надо посмотреть. Да не надо, блядь, ты это нон-РП, ты понимаешь? Блядь, нормально, он сбивает этот, блядь. Красавчик, блядь. У него депутатская, что он там, неприкосновенность? Депутат. Можешь со второго места встать? Так пожалуйста. Сади его на четвертое. Или на третье. Да он не может на четвертое, пожалуйста, встань. Живо, знаешь это? Ты дурачок? Да куда? Я тебя стукну сейчас, слышишь? Андрей. Ладно, пусть тут сидит, все, сядь в другое место. О, я еще Богдан улыбается. Ты, он в наручниках. Сейчас, стой, да. Ему, блядь, в другую машину, сука. Иди сюда, сядь в эту машину пока что. Да дай я этого Богдана нахуй закину в машину, блядь. Человек. Ну это фрапс. Это просто... Это просто до свидания. А я его занес в базу не данных? Не знаю. Хитоши, отпустите адвокат. Он не... Подожди. Он, во-первых, не показал мне удостоверение, он мне показывает в наручниках. Во-вторых, он не предупреждал... Зайди в верхнюю комнату. Я не буду заходить, он улетает в тюрьму. Что? Он у меня улетает в тюрьму за нарушение, как бы, блин. Он как бы входит без формы. Хитоши, еще раз. Зайди, пожалуйста, в верхнюю комнату. Хорошо, я зайду, если ему дадут два... Какая верхняя комната? Сейчас, стой, подожди, я не вижу эту верхнюю. Ну вот.
Хорошо. Тебе большой вопросительный знак от меня, восклицательный, как бы, и передай своему лидеру, если я ему сам раньше тебя не передам, не передай ему, что я с ним хочу поговорить, ну, ты как без всяких вот этих вот, типа, он там хочет поскандалить, я просто с ним хочу поговорить, потому что есть тема для обсуждения. Ребят, давайте сейчас все решим сразу. Во-первых, лидера у нас сейчас нет, он не активен, наверное, до конца света. Вопрос такой, что случилось? Смотри. Смотрю. Просто это не от меня, зависит о том, что оповещение о новом указе губернатора. Расскажи суть. Ну, я выступаю в роли частного адвоката, захожу в здание, а меня арестовывают. Ага. Это был или зам губернатора, или сам губернатор оповестил о новом указе. И какие претензии к нам сейчас? Никаких, просто опустить и... Хорошо, смотри, давайте что-то с этим сделаем, потому что ситуация будет повторяться снова и снова. Давайте так, я говорю своим ребятам, чтобы если к нам кто-то заходит, прежде чем арестовать, нужно было попросить документы. Если идет отказ, тогда уже арестовываем не только за проникновение, а за неподчинение, правильно? Согласен. Вот, а ваша задача... Кто бы ни был, я обращаюсь сейчас ко всему серверу, может быть, вы будете это тоже рассказывать другим частным адвокатам. Если вы частный адвокат, зашли, никого не было, чтобы спросить разрешение. Вы зашли, ну, пустой участок, такое бывает, мы там на спецзадании, либо в неактиве. Зашли, делайте свое дело, сейчас да, в тот момент заходит какой-то коп, сразу говорите, я пытался кого-то предупредить, не было кому показать документы, я готов предъявить документы. Все. Вы тогда золотой человек, мы вас любим, обожаем и разрешаем все, что вы хотите. Ну ладно, я преувеличиваю, но типа... Хорошо. Вы поняли. Получается, просто прикол в том, что я стоял, мне даже не дали слова сказать, меня сразу повязали. Ну вот, мы сделаем работу над ошибками, и вы сделаете работу над ошибками. Все, замётено? Хорошо. Претензии? Okay, very good. I'm very pleased to hear that. Welcome back to your channel. Какую мне причину писать, чтобы ему снять розыск? Как обычно, какую-то хрень по КПК. Шибка КПК. Если ко мне ФБР придерется, ты к ним заходи в канал и объясни. Да, все нормально. Такуми, ты здесь хочешь или в личке? По поводу? Не знаю, ты зашел, это ты кто что-то говорил, когда зашел, пока мы с говерментом разговаривали? Я спросил, типа, что за фигня. Да восьмерку повязали гавермента, а она зашла и начала бомбить в канал. Понял. Ну я ее там осадил. Она, короче, заходит, начинает кричать, я такой, типа, еще раз и на 3 тона ниже. Он типа такой. Ну понимаешь, он как бы, во-первых, не в рабочей форме. Это во-первых. Он типа показывает мне паспорт в наручниках. По сути, я это могу не видеть. Как бы он в наручниках, как он мне покажет паспорт? Он мог зубами. Вот именно, зубами только.
Вообще, я ему советую, чтобы ему девятка или кто там у них есть, дал выговор ему, а то и два, чтобы знал хотя бы, ну я не знаю. Чтобы такого не было. Что ж, я бы, знаешь, это таких жизнь накажет, типа мы все равно всех не сможем наказать. Я бы на расслабоне, типа он и так сиранул, как бы, когда пришел я. То есть, ну, я 795-го не буду отпускать, во-первых. Это дырка среди друзей. Да, ты не хочешь садить того, если он как бы, во-первых, за нон-РП мы не сажаем. Это твоя, я не хотел при восьмерке говорить, типа, за нон-РП мы не сажаем, здесь был явно твой косяк. Типа, его то, что тоже. Он показывает паспорт, когда у него наручники, это нон-РП, здесь админам надо писать. Ты за это не имеешь права его не отпускать. Вот, ну, типа, это не есть причина. Ну, а так, в принципе, хочешь бичика наказать, наказывай, я только за. Я тут. Так, Бумин, да. Давай, будущий хелпер, кого хочешь? На замку? Да. Я сами, я зашел в ЛСП, да нечаянно, причем с такой дебильной фразой, то они подумают, что я школьник какой-то. Я, короче, принимал у Руслана отчет, ну не понятно, короче, что-то с Русланом делал, и я написал в чат вместо... Опа, давай-ка, вот, смотри, он опять...